бросить все и уехать в деревню. А еще лучше в лес, где тишина, спокойствие и никакой городской суеты. Сколько раз каждый ловил себя на этой мысли, а в итоге так и оставался в тесном многоквартирном муравейнике. В чем причина такой нерешительности и так ли хороша жизнь на лоне природы? Постараемся узнать прямо сейчас. Пожалуй, главное опасение горожанина относительно деревни – это проблемы транспортной доступности, недостаток привычного комфорта и отсутствие досуга и развлечений. Но здесь надо четко понимать, что этой деревне считать – глухое поселение на отшибе или все-таки организованный загородный поселок в ближайшем пригороде. В последнем случае удачным примером можно назвать проект Green Forest в 12 километрах от Нижнего на территории села Илховка Кстовского района. На выбор здесь участки без подряда на строительство – в лесу, на опушке или возле природного озера. Земля имеет статус ИЖС, а значит, в поселке можно оформить прописку и жить постоянно. Школа и детский сад – в 5 километрах отсюда, в селе Большое Мокрое. Теперь о преимуществах загородной жизни. Пожалуй, главное здесь – это природа, свежий воздух и полное раздолье для детей. И все это на закрытой, охраняемой территории поселка. Еще за городом – рыбалка в 2 шагах от дома, шашлыки в любое время, собственный бассейн и лужайка для отдыха в кругу близких и друзей. Летом – грибы и ягоды, зимой – лыжи и санки. Все на свежем воздухе, с пользой для здоровья. Потом, конечно, сам дом, такой, о котором мечтали. Без тесных комнат и шумных соседей, со своим садом, своими парковками, баней, беседкой и мангалом. И все это за весьма разумные деньги. По подсчетам специалистов, коттедж с учетом участка сегодня можно построить по цене 2-комнатной квартиры. А в будущем еще и экономить на коммунальных платежах ниже, чем в городе. Коттеджный поселок Green Forest. Открытый продаже участков в лесу. Цена 375 тысяч рублей. Только на 3 участка действует специальное предложение. 423 88 23.